Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плед восточный, пятая часть, две пятые детали. Постепенно наращиваем наш плед, вот он постепенно увеличивается. Детали, я вам уже говорила, не отпариваю, потому что очень тонкие части можно при отпаривании растянуть, и они будут сильно деформированы, поэтому собираем плед и после этого его целиком отпариваем. Поэтому все детали у нас абсолютно одного размера, не деформированы. И поэтому нам их проще соединять уже с растущим пледом. Итак, пятая часть, две абсолютно одинаковые симметричные детали. Не забывайте проверять симметрию, что у вас четко совпадает левая и правая часть. Итак, что представляет из себя пятая часть? Первый фрагмент синий, один белый, один красный, один желтый, один красный, один белый, один синий, два рыжих, один белый, два рыжих, один синий, один белый, один красный, один желтый, один красный, один белый, один синий. Две абсолютно одинаковые симметричные детали. Провязали и отвязываете плед с двух сторон.